Представители Ассамблеи народов Мирного приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам. Этот блиц-турнир проходит каждый год, а раз в 4 года сборные команды народов, которые живут в Алмазном крае, соревнуются в спартакиаде. В эстафете по лыжным гонкам приняло участие несколько сборных команд. После 4 этапов по 1 километру 3-е место завоевала бурятская община. Серебряными призерами стала сборная команда мордовской общины, а вот главная победа досталась лыжникам татаро-башкирской общины. Я боролась за 2-е место, потому что здесь Руслан, Юра, они сильные. Так как-то получилось, 1-е заняли. Ну, неожиданно.